Здравствуйте. Меня зовут Максим Муссель, и вы смотрите новости мобильного кино. Совсем скоро, 8 апреля, стартует первый в России международный фестиваль мобильного кино Mobile Filmmakers International Fest. В программе фестиваля насыщенная образовательная часть, раскрывающая секреты съемки фильмов на смартфон. Лекции и мастер-классы пройдут в центре Гелеровского. Конечно, будут и показы на большом экране лучших мобильных работ, присланных со всего света для участия в фестивале. Из более сотни фильмов, игровых и документальных, жанровых и артхаусных, собран альманах, который покажут в кинотеатре «Звезда». В жюри конкурса фестиваля вошли яркие профессионалы – Марина Разбежкина, Борис Гуц, Иван Соснин, Дэн Толмар и Саймон Харрок. Генеральный партнер фестиваля – компания FreeFly со своим уникальным роботом-стабилизатором Movi. С вами был Максим Муссель, и вы смотрели новости мобильного кино.